Перед началом ролика хотел вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте наконец-то снова конкурс, новиночка, так сказать. Разыгрываем мы ключ на игру в Стиме Rising Storm 2 Вьетнам. Спасибо большое за спонсорство данного конкурса. Довольно-таки давно у нас конкурса в группе ВК не было. Хотел как раз сделать. Уже через день-два хотел там свой конкурс выпускать. Решил не ждать спонсорства. Но вот тут прилетает просто ключик от спонсора. И доброе утро, как говорится. Здравствуйте. Поэтому вот такой вот конкурс, такая вот игрушечка. В группе ВКонтакте моей проходит сейчас конкурс. В закрепе, если что, висит конкурс. Поэтому сможете всегда найти с телефона, с компьютера. Ссылка также на группу ВКонтакте будет в описании под этим роликом. Всем желаю удачи, народу участвует мало, шансы выиграть большие. Всем желаю приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. Погнали. Че там стать? Спасение кого-то там было? Ой, музыку не охнул. Спасение. Че там нам надо было? А, кстати, они, может, близко. Кому нам надо? Сюда. А то как будто близко есть кто-то. Да, вот. Столпы Эдема. Я тут освобождал вроде, что-то делал. Не зря, смотрите, освобождал. Так, воду чистить будем сейчас. Тебе нужны ответы? Путь покажет их тебе. Путь это кто? Есть вера, есть путь? Путь. Я имею в виду про живых людей. Материальных. Которых можно потрогать. Так, я там вижу машину. Да, мы тут гоняли. Слышь, стой. Дай тачку свою. Вот гандон. Надо было пострелять, чтобы остановился, наверное. Петушара вонючая. Опа. О, вот и приехали. О, нифига, а вот это баба. Жриц, как ее зовут? А, она хочет себя застрелить. Ой. Че, дура, что ли? Че она сделала, блин? Я думал, я ее освободил. Ты еще, блядь, кто такой? Какой-то жирнич. Блять, что с людьми здесь происходит? Доберитесь до водочистной станции. Так, а у нас 4. Ой, извиняюсь. А я задавил собаку, там рысь. Теперь олени могут спать спокойно. Пленников. Все готово. Он тут без вариантов. Надо купить, наверное, ППшку какую-то. Да, блять, хватит из-за него заходить, дура. Так, плюс еще один. Так, выходим. Что это было? Не знаю. Это опять это, что ли? Баба. А чё розовые? С красными волосами-то жрица, я так понял, нет? Почему она это?
не дали нам ничего. Или это не она? Короче, не понимаю, жрицы, кто там жрицы, кто там хуица. Придумайте, как добраться до насосов. Нифига тут станция. Да, вот смотри-ка, дохуя. Придумайте. Так, минус один. Минус один, это хорошо. Сейчас надо делать минус два. Не, в движении я хуй попаду в него. Этого Васька ебаного. Минус еще один. Хорошо. Здесь я не пролезу. Плохо. Так, опять блажь. Ссаная. Закрыто, только аварийный. Ага, вон еще там чувак. Хорошо. Патроны он не берет. Угу. Опа. Еще один минус. Окей. Он там этот сливает. Так, меня вроде не видели. Не, заметил. Заметил труп. Хорошо. Потихонечку дурачков мы выключаем. Хорошо. Хорошо. Потихоньку, помаленьку. Потихоньку, помаленьку. Минус. А еще есть? Чувачочки. Так, ключ им какой-то надо найти. Вера откроет вам путь в Эдем у этого алтаря. Это мы читали уже. Так, это нет, это не работает. Алтарь какой-то. А, это алтари нам открывает, да, я так понял. Внимание, проведите расчеты повторно. Мы недооценили растворимость блажи в воде. Нужно увеличить либо объемы, либо концентрацию продукта. Чем больше ошибок мы совершаем, тем дольше грешники страдают без блажи. Сосредоточьтесь на этой задаче. Ага, ну погнали. Попробуем. Здесь нам что-то, наверное, сделать надо. Тут тоже надо что-то сделать. Еще где-то надо или нет? А, вот тут тоже, походу. Не, здесь нету ничего. И нам, получается, надо... А, нет, это закрывает. Че это за звук? А, это просто закрывает, да? Здесь воду. И блажь пошла. А, тут надо что-то успеть за это время, правильно я понимаю? Да, вот, смотри. Походу нам надо прыгнуть. А ты что не проходишь-то? Ага. Хорошо. Теперь понятно. А тут никого не будет. Или кто-то будет здесь. А, вот. Сюда нам надо. Сейчас вода поднимет нас наверх. Все, мы внутри. Только аварийный выход. Уничтожьте. Но это не трудно.
Отлично. А здесь открыто? Синнер. Нет, только тут. Ой. Тут кто приехал? Вот и все. Давай, ложись уже, сука. Падла. Ой. Что-то я про машину и забыл. Так. Тут еще кто-то едет. Ебать. А тут народ приезжать начал. Ты куда, дружище? Ебать, а откуда они понаехали-то тут? Это чё такое? Чё за, блядь, подкрепление? Или они типа всегда будут приезжать, я так понимаю. Спавнится из какой-то жопы. Так, ну тогда надо быстренько все делать. Быстренько выруливать. Здесь вода не заполняется. Придумайте. Ну вот и придумываю. Уничтожьте насосы в каждом здании, придумайте, как добраться до насосов. В принципе, не трудно. Мы уже догадались, как это все сделать и организовать. О, здорово, мразь. Вот и все. Все. Сделано. Закон о чистой воде. Хорошее название для серии. Блажь повсюду, людей принуждаешь пройти путь, после чего они утрачивают чувство реальности. Ты молодчина, салага. Но вера не терпит неповиновения. Говорят, реку уже патрулируют вооруженные сектанты. К тому же она пустила в ход верных, самых матерых бойцов секты. Будь начеку. Туман сгущается. Он вызывает галлюцинации. Смотри, не надышись им. Иначе кончишь, как маршал. Кончишь иначе. Иначе просто кончишь. Служить и защищать. Люди веры, это я знаю. Освободите лесопилку Барон. Горы Уайтейл. Это, мне кажется, на острове, да, там, я так понимаю? Это у другого мужика. Ну да, это у мужика. Это нам не туда вообще. Трейси. Это что, тюрьма, да? Не похоже на карте, кстати, на тюрьму как-то. Не смахивает. Есть чем поделиться, отправьте нам... Ага. Осуждаем. Путь в Эдем открыт для тех, у кого есть вера. Ну это мы читали вроде, да? У Верки, походу, она и тоже всегда будет. А я прям вовнутрь могу телепортироваться из тюрьмы? Так мы же это слышали, зачем ты нам говоришь? Где? Это, сучка. Трейси, хуерси. Иначе кончишь, как маршал. Можно до связи. Ну, ты уж прости. Нехорошо тогда вышло, да? Спроси, кого хочешь, если надо впахивать, я первая. А вот сообщением... Ну... Сообщением. С общением. Давай забудем, ладно? Сообщением у него получилось. Команда у нас отпад. Все сильные. Мало ли что ждет нас за теми стенами. Надеюсь, Эрл в тебе не ошибся. Мы все думали, как сломить врата Эдема. Начинать нужно с веры. Ну, так она себя теперь называет. Видишь теперь? Ту статую на холме? А когда этого звали?
Ну, конечно, видишь, как ее не увидеть. Иосиф Сид. Да. Отец. А, вон. Люди веры строят это убожище в качестве места паломничества. Видел? Жалкие ублюдки будут ходить сюда строем. Жуть. Надо разрушить эту статую, чтобы они поняли, их отец не бог. Он просто человек. Он просто человек. Себе? Сделай огромную дыру в этой хрени. Ну, как я и сказал. Вооруженный конвой у реки. Лжепророк. Вооруженный. Катера какие-то уничтожить. Чего, блин? У нас вообще задание было про статую. Нам какие-то катера загоняют. Так. Боеприпасы для винтовки. Продать добычу. Добычи у нас вообще никакой нет. Серебряные слитки. Чего, блять? Это что, инвестиции? Привет, чувак. Здорово, чувиха. Так, и куда нам? А, подожди, так у меня рядом тут все. Я телепортироваться смогу. У меня тут все рядом. Я туда-сюда, да? Сделал. Будь с нами, ты найдешь путь к новому Эдему. Это все круто, классно и прекрасно, но воздержусь от такого предложения. Так, где этот Вася? Кто там? Ой, бля, вертолеты я не люблю. Нахуй вертолеты. Против них у меня нет снайперской винтовки, чтобы против них стреляться. Потом давайте без меня там как-то. Решайте эти вопросы без меня там. Я иду разъебывать статую этого папы. Давай. Блин, без снайперки вот как раз тут и худо и будет. Здорово, мужик. Минус нахуй. А тут кто? Кто-то хорек. Не, нахуй, опасно. Так, а как нам к этому папе римскому, блядь, подняться? Ага. Значит, я правильно сейчас поеду в обход. Окей. Поехали. Чё там? Пилгрима. Пилгрима чего-то там. Доберись до статуи отца. Ну, задавлю, блядь, гандон ёбаный. Гандон ёбаный. Задавил эту суку. Шваль эту. Так, правильно еду. Да, просто по дороге, если надо. О, алтарь. Алтарь мы ещё разъебём. За алтарь нам дают очки опыта. Я вообще в душе не ебу, я вот только приехал. Так, а эти меня тоже запалили. Ой, и ты. Чё за хуйня еще? Это просто кошмарный сон. Отлично. Чё ты там хотела показать мне, Верка? Сиськи, что ли? Столько вопросов. И так мало ответов. Кому помочь первым? Ой, там кого-то отпиздили. А то там кто-то. Ебать, там мужик. Господи, как же больно! Сука, если из-за тебя меня сейчас загандошат, я тебя вертел. За мной должок. Ебаный в рот. Вы получили благословение. Да я уже второй раз получаю его. Сука, мразь ебаная. Ворона ебаная. Ворона. Эй, послушай. Куяри далеко до этой статуи. Заебешься. Так, где я тут оставил? Тебя не сломит, но ты там чуть с ума себе не сошла. Что-то там хуйню какую-то базаришь.
Бери оружие и поехали, ёпта. Поможешь. О, блядь, гандон ебаный. Ёбаный медведь. Ёбаный. Гандоница. Вот это был. На попу мою смотрел. Кота. Ебать его по дороге. Опять серпантины. Охуеть быстро. Охуеть быстро. Весь магазин медведя всади, блядь. Сколько за него дадут? 200 рублей? Двести бачей дадут за него? Что это такое? Ой. Тяжелая артиллерия. Бля, надо было вертолет брать. Ебан, сырник. Бля, ебать, тебе в спину надо спреить. Где он меня запалил? Спалил меня петух, сука. Где-то тут должны вроде как эти быть. Кто такой еще? Приятель видел, как кто-то собирал растения у бара. Этот чувак был уверен, что... Тут где-то должен быть гранатомет вроде, если я не ошибаюсь. Не, гранаты поебать ему. О, вот. А, вот он. Зарядил. Пушечку. Ты в руку ему надо шмалять или нет? Не, смотри, пофигу. Не закоцало. Да, вот труп уничтожил. Это чувака. Так, надо с разных сторон шмалять. Убивайте гражданских. А как я их убиваю? А почему? А где мой пистолет ебаный? На четверке, блядь. Пиздец, тупая игра, нахуй. 1, 2, 3, 4, блядь. А не 1, 4. Помойка ебаная, блядь. Пиздец, тупая игра, нахуй. Блядь, уебищная игра. Ебаная просто кончена, сука. Я 2, 3 жму, нихуя у меня нету. Я в ахуе, блядь. Гандон ебаный, сука. Помойный хуй, блядь. Эй, салага, статуя из прочного бетона. Нужна тяжелая артиллерия. Или что-то летающее и стреляющее. Ну, разберешься. Кто еще? Достоинство. Полетим в цель.
Спасибо за фоллоу на Twitch. Убивайте особо важных сектантов. Ай, лоу. Не-не-не, так сделаем. На четверке. На четверку мы берем вот это. Дерьмо ебаное. Свои. Ты сможешь забраться наверх по лестницам. Их можно опустить с помощью рычагов. Живи, найди их. Ебать их тут народу. Thanks for follow, бро. I say thanks for you on Russian language. Спасибо. Не-не-не-не-не, куда? No, please. Броуди. Так, рычаги там какие-то. Вот это что? Берегись, к тебе летят вертолеты. А чем вертолеты я могу разъебывать? А, вот чем, не понял. Они бесконечны или нет? Где, что там? А, вот лестница. В принципе, опять можно вот так делать. Ах ты, бледина. Блять, какой ты гандон уворотливый. Урод ебаный, блять. Долбоебина. А, я опять не на то. Я опять не на то поменял. Пиздец, я еблан, короче. Теперь он это выбрасывает. Ты вообще дебил ебаный, что ли? А чё он делает? Он мудак ебаный. Он дурачок, бля, лол. Не, он вообще еблан, короче. Я беру пистолет, а он выкидывает автомат. Наконец-то, блядь, попал в уебана этого лысого. Сука, дурачка, блядь. Там на каждом этаже, я так понял, есть, да? Кто стреляет? Откуда стреляет? Замечены еще вертолеты. Готовься. Так, ну мне надо этот... Я знаю, что ты... А, вот. А, нет, это я тут. Я I have Rakara 6 on Xbox One. Ок. Where? Где он, блин? А. Найса. Найса. Где? Или вверх надо. А, вот гранатомет. Великий хаос обрушится на человечество, земля пропитается кровью, и крики грешников грянут страшным хором. Праведный меч сразит слабых и неверующих. Восстав из праха этого мира, вы и ваши родные вновь обретете ангельскую суть.
Так, как мне наверх попасть? Ну там где-то сверху. А у меня также 4 по-прежнему. Ап-ап-ап. Вверх-вверх. Можете только вверх. Only up. Burn this fucking book. Yeah. Лже-пророк. Халява. Так, мы телепортируемся просто. Что ты наделал? Его... Что ты наделал? Что ты наделал? What are you doing, нахуй? I don't give a fuck. Hope. А, это надежда. Да похуй. Будь с нами, ну это мы читали. Ну, в принципе, вот так задание и выполнилось на халяву. Разблокировав парашют, вы обречете новый способ быстрого перемещения. А, ну это типа... С горы есть спрыгнуть куда-то, да? Так, а мы не получили, к сожалению, что почему-то. Его слово. Ты понимаешь, что со мной будет? Что с тобой будет? Тебя изнасилуют? Тебя изнасилует твой папочка? Костюм, крыло или парашют мне надо? Чучело. Здесь полно медведей. Жаль, у меня не осталось спрей от медведей Минклеров мэры. Нихуя вы тут, блядь, развлекаетесь так-то. Суки. Суки ебаные. Отлично справился в тюрьме. Не дай Вере заманить тебя в блажь. А вы хули тут делаете? Вы вообще что-то типа делать будете? Бля, серьезно, угораю с этих челов. Они нихуя просто не делают. Мне интересно, Far Cry 6 так же тупо сидят дома и отдают задание главному персонажу. Нет оправдания.